Долгожданное возвращение. После небольшого перерыва в эфире снова программа «Черный квадрат». Напомним, это авторский проект о людях, которые хорошо известны нашим телезрителям с профессиональной стороны. Но вот чем они живут, как правило, остается скрытым. «Черный квадрат» призван показать каждого героя, прежде всего, как личность, рассказать о его увлечениях и жизненных принципах. До выхода каждого нового выпуска по традиции мы держим имя гостя в секрете. Вот лишь несколько интересных фактов о нем. Родом наш герой из небольшого села Усть-Чуля Скидского района. Вырос в многодетной семье, детство свое называет беззаботным. Ребенком был шаловливым, но умненьким. До школы научился читать, но вот говорить на русском свободно начал лишь во время учебы. Да, наш герой владеет двумя языками – хакасским, ну и, разумеется, русским. С продвижением родного языка в массы связана и его сегодняшняя профессия, которой он, без преувеличения, посвятил целую жизнь. Новую серию программы «Черный квадрат» смотрите завтра на телеканале «Россия-24» в 12 часов и в 21:30. Не пропустите интересную встречу.